Друзья, всем привет, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Stray. И мне кажется, уже конец-то близок по одной простой причине. Воспоминаний все меньше и меньше осталось, как вы видите. Тут можно найти еще троечку. И финальное, главное, воспоминание нас ждет. Как-то вот так. И там, кстати, смотрите, вроде ночное небо, да, показано. Ну-ка. Ну, посмотреть, к сожалению, нельзя. Но что-то в этом духе. Также, чтобы сохраниться в идущей серии под конец, мне пришлось выполнить задание от этих парней. Я сломал 3 камеры, которые здесь висели. И они мне отдали кассету, которая у нас теперь с вами, собственно-то, есть. И как вы помните, также в предыдущей серии, кто смотрел, кто не смотрел, в общем, мы с вами здесь в магазине пытались стащить одежду. Я не знаю для чего, просто захотелось. И как я понял, это можно сделать. Сделать это можно легко. Возможно, для этого нам все, что нужно, все, что потребуется, это закинуть кассету вот сюда. Давайте смотреть. Да, хуярит басуха. Этот чел сейчас отвлечется. И мы забираем. Готово. Одежда у нас. Не знаю, зачем ее украли, но что-то мне подсказывает, это понадобится по сюжету. 100%, даже даю все 200. Да, 200% самое то, думаю, подойдет, подойдет. Так, также, давайте прогуляемся здесь. Я так понял, нам вон в ту сторону, где мы сейчас были, там, где басисты эти, денсеры сидят. Это все по сюжету. Что в этой стороне у нас с вами осталось, надо глянуть, что у нас тут присутствует, да. Потому что надо, потому что нужно, потому что куда-то мы лезем. Куда мы лезем? Это хороший вопрос. Куда-то я лезу, куда-то лезу, все выше, выше. И все выше, и еще выше. А куда я иду вообще? Ну ладно, пойдемте пройдемся. Я не знаю, куда я вообще двигаюсь в принципе. Но если есть такая возможность, значит это все не зря делается, я надеюсь. Так, куда ты меня тут хочешь отправить? В смысле? Ты только не говоришь, что тут тупик, типа. А зачем, спрашивается, тогда я это все делал? Не, я ничего не понимаю. Ты что, меня хочешь наебать? Не, а... И чё? Так, ну ладно. Это что-то странное. Но я спустился обратно. В общем, бесполезное максимальное место. Я не знаю, зачем оно, для чего оно. Ну, то есть там же ничего нету. Там тупик. Там тупик, может быть, в будущем. Там что-то откроется, да? Но пока что там точно тупик. И с этим ничего не поделать. Так, какая-то странная дверь, можно постучать? Не, она заперта. Также сходим в эту сторону, потому что можем себе позволить. А я занят, чего ты хочешь? Ничего, тогда раз ты занят. Пекс. Понял. Просто как бы запрыгнул в коробку. На этом все. Ну а вы чего хотели? Естественно, тут то, что я запрыгнул в коробку, еще не значит, что что-то должно произойти, правильно? Так, это что? Чье-то рабочее место, судя по всему. Так, можно повыше забраться. Опять же, наверное, в тупиковую какую-то эту попаду. То есть, ну, просто зайти, чтобы зайти, да? Может, это нам в будущем понадобится, чтобы от кого-то скрываться или еще что-то. Пока что не ясно, на самом деле. А так тут тупиковая местность, максимально тупиковая. То есть, ну, тут ничего нет от слова совсем. Да? Ну, тут робот еще стоит, какие-то ворота охраняет, и все. Прости, малыш, здесь нельзя играть. Завод корпорации Neko не место для такого маленького пушистика, как ты. Доступ закрыт, но это ненадолго. Через несколько лет мы снова откроемся. Через несколько лет, я постарею и умру. Так, тут что? Внимание, вход воспрещен. Корпорация Neko охраняется службой безопасности стражи. Не несут ответственности за травмы или возможную смерть. Ой. Так, я сбросил запись случайно. У меня на мышке просто стоит начать сбросить запись. Я, кажется, сбросил. Ну, ничего страшного. Главное, что она заново началась, правильно? Так, на машину залезть я не могу. Не будем забывать, что тут еще где-то должно остаться 3 воспоминания. Где их найти? В душе. Типа... Хотя почему? Погоди. Так, пацан тут так и разряжен. Кстати, недавно в шорте видел, если ему вроде мяукнуть, то он будет рад. Да. Он будет рад. А потом опять зол. Но уже не на нас, а на продавца. Как-то так. А зачем я сюда залез? Так сказать, нах.
Уй, а? Не ясно, не ясно. Ну, просто залез. Так, мы знаете, как можем воспоминания-то с вами, на самом деле, найти? Вот таким вот методом. А, показать. А, какое-то непонятное имя. Я не знаю, где это. Какие-то символы. Что-нибудь вообще можете разобрать, что там написано? Я тоже нет. Дальше. Так. Погоди, а что, что там был, разве нет? Погоди, ладно, сейчас туда сходим. И какое-то место, где бутылки и стол. Стол, бутылки, бутылки, стол. Погодите, я же вроде только что тут был. Тут не было воспоминаний. Это же оно, да? Нет, не оно, но очень похоже. Тут тоже какие-то записульки. Там тоже записульки, но они в более светлом, так сказать, районе находятся. А, вот что-то это что-то. Тут везде на стенах какие-то записульки, я только сейчас заметил. То есть это любая стена, может быть, в городе, судя по всему. Ну, по-любому, есть какая-то одаренная стена. Как же нет? По-любому же должна быть. Давайте немножко пройдемся, может, мы такую найдем. Пока что я не нашел. Пока что нету. Давайте еще здесь пройдемся. Здесь темное довольно-таки место, да? Темновато тут, темновато. Записулек тут точно нет. Да, и мы тут недалеко воспоминания находили. Вон там сверху, если я не ошибаюсь. Вот, тут что-то тоже можно перевести, я в прошлый раз обошел мимо. Объявление, если вы ищете собеседника, разбирающегося в поэзии, я живу за лифтом, Боннабот. Угу. А, это тот самый чел, которому мы ноты, да, давали? Наверное. Ну, не факт, но наверное. Так, тут ничегошеньки у нас с вами нет. Окей, двигаем дальше. Так. Да-да-да, тут мы с вами были. Но я не вижу записульки. Я бы видел, но я не... О, сюда можно зайти. Здрасте. А чем это вы тут промышляете? Может, тут где-то воспоминание, то темное, не? Не? Не-не, нет, нет. Ладно. Точно нет? Так, ты кто? Знаешь, Слиппи, работа есть работа. Не стоит ради нее терять голову. По факту. Слиппи, ты шо? Зачем ты голову теряешь? О, с кем-то можно познакомиться. А, это Слиппи? Ой, какое странное чувство. Да уж, Слиппи, ну ты даешь. Так, можно повыше забраться, вижу. Я вижу, что можно забраться повыше. Не знаю, я прок это... О, смотрите, можно. Воспоминание! Я нашел его. Кайф. Да, это то самое темное непонятное место. Окей, с ним мы хотя бы разобрались. Это что там, картины, да, какие-то? Парикмахерские... А парикмахерская была эпицентром социальной жизни, где собирались люди, они общались, рассказывали анекдоты, делились секретами. Это было веселое место. Компаньоны поддерживали работу парикмахерской даже после исчезновения людей. Оказывается, волосы не обязательно атрибут успешной парикмахерской. Ну да, потеря головы, видимо, тоже является... таким атрибутом. Кстати, тут прямо вот значок ведь был, что туда идти, мол. Но его очень тяжело, на самом деле, заметить, по ощущению. Так, вот, тут можно пройти. Хуякс. Так, последнее, что осталось, это какой-то стол. Мне сразу на барное это место натыкает, как бы. Я сразу думаю об этом местечке, как будто это должно быть где-то здесь, воспоминание. Но, видимо, нет. Там довольно-таки темная комната, вроде бы, да? Так. А, довольно-таки небольшое, большое помещение. Ну и стол посередине стоит. Я бы такое точно не пропустил. А вот это, а я без понятия. Я без понятия, это может быть где угодно. Знаете, где это вообще может быть, по сути? А, мы же с вами не до конца посмотрели. Кстати, вот тут вот эти стены. О, может что-то из этого? Диджей Мэтт Ки сегодня вечером в клубе Горо 2. Окей. Нет, спасибо за информацию. Ну да, здесь повсюду записульки, я просто на них раньше не обращал банально внимания. Да, мы вот эту область нормально с вами не обследовали в предыдущей серии, потому что мы только сюда зашли и сразу закончили. Так что, возможно, это место находится где-то здесь. Какое-то большое довольно-таки помещение со столом, да? Или записульки. Записульки, записульки, еще раз записульки. Так, лестница. Погнали. Так, второй этаж. Какие-то баночки. Баночки, еще одна коробка. Мне кажется, мы от кого-то будем прятаться. Зачем столько коробок, в которых нету никакого смысла?
Также я, да, чтобы засейвиться... Смотрите, сколько коробок. Чтобы засейвиться, мне нужно было как раз-таки... Вот, видите, здесь есть номера. Я вам покажу. Я специально чуть-чуть прошел по сюжету. Но там просто дошел до комнаты, в которую нам надо. Это нельзя назвать сюжетом. Вот. То есть 4 и 5. Я нашел эту комнату и все. Она довольно-таки сильно, кстати, выделялась. Так что никаких проблем с этим не возникло. Так, ты кто? Прости, я забыл, куда я его положил. Ну ладно, давай играть. Я пойду в ту пещеру за мной. Шо? Что значит, ты забыл свой лист персонажа? Я потратил целую неделю на подготовку сеанса. А, это, наверное, эти, знаете, RPG-шки раньше были настольные. Роботы тоже в них играют, только, видимо, у себя в голове. Шизики. Шизики. Мне кажется, в какую-то из комнат можно будет попасть. Что-то мне подсказывает. Хотя не факт. Так, записульки? Не? Не? Не, записульки не катят. Записульки такие ему не нравятся. А, тут все, это все. Ага. Как вот так вот все получается у нас. Так, тут что-то можно врубить. Давайте включим. Хуякс. Так, идем дальше. Ну, я бы заметил. Так, а ты кто? Ты кто такой? Четвероногая, издающая милые звуки. Мне нравится эта концепция. Мука. Какую-то мука. На быдло больше похож. Так, вот она, кстати, та самая комната, куда нам с вами нужно. Вот видите, тут все закончено. Я говорю, она довольно-таки сильно выделялась. Я говорил, она выделяется. А вы что? Верили ведь, да? Да по-любому. Так, ну окей. Мы не нашли. Мы не нашли эту комнату. Мы не нашли это место. Поэтому я предлагаю нам с вами прогуляться в другую часть города. Почему нет? По сюжету мы сегодня так или иначе успеем прогуляться. Игрушка, я так полагаю, осталось ей немного. Ну, в том плане, что пройти ее осталось вообще недолго. Времени мало займет. Поэтому, я думаю, можно позаниматься такими вот делами, так сказать, повседневными отчасти. Я уже привык к тому, что ищу всякие движухи, да? Так, вот сюда нельзя забраться повыше и куда-то выйти. Имеет ли это смысл? Так, сюда я в бар заходил. Кстати, я еще видел тоже в шорте на ютубе, когда было время. Если при роботе также помяукать, он охуеет вроде. Ну-ка. Не, этому роботу все равно. Там был какой-то, которому было не все равно. Который, ну, прям преисполнился в своем подсознании. И что-то там хотел сделать. И на этом шорт прервался. Это меня, кстати, раздражает. Смотришь шортс, и он не до конца показан, что там произошло. И ты потом сидишь, думаешь, ах ты хуя. Ну, ты понял. Ну, вы поняли, да? В общем, как-то так. Не вижу записулек. Ну да, я уже тут повнимать. Кстати, смотрите, на втором этаже про... Да, просмотреть. Можно, значит, туда можно забраться. Правильно? Как? Вопрос как? Ясно. Пока не ясно, но возможно как-то можно будет. Так, окей. Здесь мы сейчас с вами особо не осматривались. И, кстати, вот сюда я вроде вообще не... А, ну что сюда ходить-то? Тут тупик. Сюда ходить-то нету никакого смысла, собственно. Собственно говоря, никакого смысла в этом нет. Записульки. Еще записульки. Но все записульки не подходят. Во, вроде этот робот. Ну-ка, давай мяукнем. Не? Наебали меня, значит. Ну, ладно, дело такое. Кстати, вон там, смотрите, еще же ведро, да, есть. Куда-то что-то ведет, ведь все это. Я, кстати, так и не понял, вот зачем вот эта вот территория. То есть, ну тут ничего же не было, да? Да, тут вообще ничего не было, мы ничего здесь не нашли. Просто пусто. Просто пусто. Да. Как-то так. Так, может тут где-то записульки будут? Погоди. Вот тут вот что-то может быть. Может же быть. Или не может быть. Не знаю, может или не может, но тут ничего нету. Это факт. Вот тут может быть. Давайте пройдемся. Каждую стенку должен я обсмотреть, облапать. Обглазеть. Кстати, я не знаю, будет ли нормально запись идти. Потому что я... Это самое, скажите... кое-что менял в биосе. Ну, кто не знаком с биосом, то... В общем, кое-что менял в своем компьютере, да? Так сказать, во внутренней его части. Если можно так выразиться. О!
А, думал, светится воспоминания. Эх, сука, наебали. Ну, в общем-то, да, кое-что менял. Я не знаю, будет ли нормальная запись вообще выглядеть и как это все будет работать. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Так, ну это мы прямо-таки в самое начало с вами вернулись. То есть, только от этого того, что я тут бегаю. Никакого. Окей, все, тогда идем по сюжету. Я не нашел. Я пытался, вы видели. Возможно, я слепой. Да, я не отрицаю этого фактора, но... Я ничего не вижу, я ничего не нашел, и я ничего не хочу даже знать, все. Если я что-то пропустил, я не виноват. Я иду дальше по сюжету. Затягивать всю эту движуху я не собираюсь. Еще на обратном пути постараюсь что-то разглядеть, конечно же. Ну не-не-не, мы тут все смотрели. Ну, погоди, еще вот эта стенка, ну-ка. Что-то светится. А, лампочка просто. Да, все, ничего не знаю, ничего не видел, ничего не знаю, ничего не видел. Уходим отсюда. Идем по сюжету. Так, все? Да, все. Больше мне сказать по этому поводу, в принципе, нечего. Так, пацаны, аккуратно. Кот бежит. Коту не мешать. Блин, ну вот мне все равно интересно, где я мог пропустить? Или, может, не пропустил где-то по сюжету дальше? Что-то, может, откроется, да, какая-то локация... И что-то там, где-то там. Так, мне вот здесь сюда, да-да-да-да. Все, погнали. Это та самая квартира, куда нам нужно было прийти. И херакс. Мы вот здесь вот с вами оказываемся. И здесь дверка. Ну, мы быдло. Мы вошли не через дверь, естественно. Естественно. Так. Кухня. Куча цветов разных, да. Разнообразных. И, о, касцена пошла. Хорошо, хоть я до сюда не дошел. Я думала, ты стра... А, неважно, кто ты? Чего ты хочешь? Погоди. Значит, Балтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, ты мой новый рекрут. Какой-то ты маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивости тебе не занимать. Мой способ выживания сломался, к сожалению. Тот ультрафиолетовый фонарик, он сдох. Да. F. Так, я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из рабовейника, но стражи всегда на чеку. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь, следуй за мной. Никуда я не пойду, пока не найду воспоминания, сука. Фига себе, у нее тут арт-хаус какой-то самый настоящий. Так, а что там? Что это там такое? Или это просто что-то светит, отсвечивает? Ясно. Ясно, непонятно. Так, ну тут делать нечего, ладно. Опа, повыше можно забраться, да? А тут у нас что? Я-то, блин, все найду. Ты мне дай повод только. Так, сюда я залезть, к сожалению, не могу. Зато могу что-то тут сделать. Ну-ка, давай. Херакс. И что это я здесь? А, я смогу забраться, да? Ой, какой я гений на коте. Вы бы знали. Так, где мои воспоминания? Или что? Это что за хуйня вообще? Что за... Ну, кстати, место максимально челово выглядит, конечно. По этому поводу ничего не скажешь. Но вопрос. Зачем? Зачем мне сюда? Да, можно здесь полежать. Можно здесь полежать, отдохнуть, но не более. Воспоминаний здесь никаких-то и нету, собственно, да? Давайте полежим. Чутка. Так, чисто, дайте. Мы сегодня бегали много, надо немножко полежать, отдохнуть. Место, тем более, очень хорошее, куча подушек, навесы красивые и вообще балдеж. Для полноты картины не хватает только кальяна какого-нибудь. И вообще будет балессимо на самом деле. Но котам кальян не нужен. У них это, как, это фигня есть, знаете, как называется? Они еще как наркотик действуют отчасти, с ума коты по нему сходят, я не помню, как называется. Ну, в общем, есть такая трава, то ли как-то так. А, кошачья мята вроде так и называется, погоди, да? Ну, вроде да, слушайте. Ну, нету тут ничего, ну, я пытался, но не нашел. Ну, что дальше, идем дальше. Так. Тут тоже ничего нет. Ясно, все с тобой. А тут что? Компьютаторы какие-то. Ладно, так. Я уже давно разрабатываю план использования старого поезда.
У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Чтобы перевести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. А, это та, которую мы вначале самого искали в этой локации. Точнее, увидели, что ее там не хватает. Я знаю, что у корпорации НЕКО на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. Я не знаю его имени, это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последнее, не стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. Ясно, понятно. Блин, будет обидно, на самом деле, если я оправдываюсь, воспоминаний не найду. Я ж в тиль тут, бля. Вы меня не найдете. Я просто исчезну в нем. Я просто растворюсь. В бомбере и золотой цепочке, да? Ты в бомбере, но ты не в золотой цепочке. Понял. Понял, принял. Задание, так сказать, обживали немножечко. Обдумали. Вроде легко, вроде легко. А, так что погнали искать этого работягу. Бомбер, кара и золотая цепочка. Ну как раз сейчас, может, пока ищем, найдем все-таки то, что нам нужно по воспоминаниям. Так, у вас нет бомберов. Я пошел. Так. У тебя нет бомбера. Дальше. Так, вот тут вроде был чел в бомбере. Ну-ка. Ну это бомбера можно назвать, интересно? Не знаю. Даже не знаю. Пи-пау, па-пау, пи-пау, пи-пау. Так, это все хорошо, это все замечательно. А могу туда? Опа, хуякс. Здрасте. А, и тут, кстати, вроде... Что это было за звук? Вы слышали? Ну рассказывай, что ты тут творишь? Что это были... О, его тут не было, кстати-ка. Кстати-ка, птичка, кого-то тут не было. То есть... О, погоди. На, бля! Доброе нахуй утро, друг. Господи, что-то тут роняет, ходит. Взял, скинул на него все, что можно. Так, алкаш. Как вообще робот опьянел, мне кто-нибудь расскажет? Что, слишком много смазки выпил? Ну ты, блядь, молодец, конечно. Так, а куда он идет? Вот я его разбудил. Это же, наверное, не просто так делается, да? Так, это страж. О, магазинчик открылся, он был закрыт. Да, тут что-то да поменялось, слушайте. Да-д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 а. Ты чё, сука? Заходить в магазин нельзя, когда там пополняются запасы. А учитывая, насколько некомпетентны эти двое, это может занять кучу времени. А, это вот этого я алкаша разбудил, да, как раз? Закидывай меня давай. Ну-ка. Это и так сработает, он возьмет коробку и понесет. Понес. Фига себе. Стелс. Я не знаю, я сюжет случайно выполняю. Я молодец. Я хорош. Я охуенен. Пизда. Чё, сука? Так, и чё у нас тут? Угу. Теперь я смогу отсюда выбраться сам. Так, шапка рабочего. А, это, возможно, мне понадобится для сюжета. Я нашел жилетку рабочего, теперь шапку. Я так полагаю, это все-таки мне для сюжета все нужно, да? Все понадобится. Все нужно, все понадобится для сюжета. Хуяк я, молодец, конечно. Че он охуеет, когда я буду? Так, тут кто-то еще сидел, я помню. Вот тебя не было. Задержанный не Клементина. Продолжать поиски. Угу. Как внутрь попасть? Хочу внутрь. Пусти, блядь. Внутрь меня пусти, собака. Так. О, кстати, что это? Я только сейчас увидел. Ебать, оно что, крутится? Оно крутится, вертится, серьезно. Так, ну мы идем с вами дальше.
Я хочу посмотреть, может, чем-то еще изменилось в этой жизни. Ну, этот чел как тут разговаривал, так и разговаривает. Ничего не поменялось. Да, тут челика забрали, собственно говоря. Так, бомбер, но без цепочки. Это же бомбер, я правильно понимаю? Такие странные меховые херни, да? Это же бомбер. Может, там, кстати, чел, который сидит? Погоди. Ну-ка. Он, наверное, тоже в бомбере был. Не-не-не. Ну, ладно. Ты мимолетом у нас проходишь, молодой. Так, то есть это не то, да? А здесь, может, что-нибудь поменялось? Ну-ка, показывай. Ничего не поменялось, я понял, понял. Ну ладно, сука. Я своего еще добьюсь. Так, сюда теперь сходим. Так, тут тоже пока ничего. О, вот золотая цепочка. А вот бомбер, что такое. Все, понял. Откуда ты это взял? О, ты из Outside, мой агент. Итак, вкратце про атомную батарею. Ага. Батарея питает завод корпорации Нека вон там, но его территория закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. У меня есть идея, принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. Ну, собственно, то, что я уже нашел случайно. А я пока побуду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для подхода. Я тебя удивлю, но я готов. На. Отлично, эта куртка именно то, что мне нужно. Да, каска на. Отлично, каска подойдет. Сейчас переоденусь, можешь... может, отвернешься? Ты робот, чел, зачем? Отлично, немного тесновато, но в тайне, но сойдет. Запрыгивай в коробку, я пронесу тебя через проходную. А, меня знаете, что волнует? Я сюда, если не вернусь, я в тильтану нахуй. Ну ладно, пойдемте. Ну потому что, типа, я тут еще не закончил, вы че, охуеть. У меня еще два воспоминания где-то здесь валяются, а где я даже не знаю. Я каждый уголок облазил, обнюхал, но не нашел. Получается, я тайный агент, да? Неплохо. Хуякс. Завод, значит. А, вот тут как раз-таки работяги у нас ходят. Мне придется тут как-то пробираться. Угу. Так, ну им все равно на меня. Что я есть, что меня нет. Это же все одна локация. То есть, возможно, я где-то здесь, в сюжете, да, найду. Есть какие-то кубики мусора. Здесь, кстати, под эту фигню пролезть я что-то не могу. Мусор весь скидывается вниз. Ну, в принципе, мы это уже видели, да? Так, нету смысла, наверное, идти налево. Погнали. Готово. Дальше. Так, маршрут они свой не меняют. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, этот там стоит АФК. Вечно. Вечно молодой, вечно АФКшник. Так, погоди. Ага, он в эту сторону зыркает. Сюда зыркает. Понял. Мне нужно что-то с этим сделать. А, так вон там бочки. Мне сюда даже и не надо, по сути. Вот так вот по бочечкам хуяк. Ой, ебать, повезло, повезло. Было опасненько. Было, правда, опасненько. Так, двигаем дальше. Привет.
Эй, как хорошо, что ты здесь. Ты можешь мне помочь? Я потерял ключи от квартиры на этом огромном темном заводе. Стражи отказались помочь. Они сказали, если некуда идти, здесь всегда есть работа. Если поможешь мне их найти, я буду тебе бесконечно благодарен. Ключи, да? Давай скажу. Может, я смогу к нему в квартиру попасть и воспоминания найти? А я чё, я только за? Как мне вниз попасть только? Непонятно. Не до конца ясно. Как мне спуститься? Если еще такая возможность. Я могу ему на голову сесть? Жалко. Так. Так, тут есть рубильник, но я могу пройти дальше. Может быть, я смогу здесь слезть все-таки вниз? Нельзя никак коробку скинуть с собой. Блин, ну слушай. Ключи. Чел потерял ключи, да? Ну, бывает. Так, ладно. Не знаю, как ему помочь. Сейчас, может, если я думаю, если я завязаю эту фигню, может быть, что-то как-то получится. Давайте попробуем. Не, все хуйня. Надо как-то все-таки вниз. Надо все-таки как-то вниз в этой жизни спускаться, спуститься. Ну, там место на самом деле выглядит так, как будто оно неиграбельно, в принципе. Мне интересно, зачем здесь коробка еще? Это тоже. Знаешь, такой вопрос. Ключи. У меня нет ключей. Спуститься вниз. Вот здесь прыгать, блин, не хочет почему-то, смотрите. Здесь, по сути, это, наверное, можно сигануть. Чего нет? Но он не хочет. Значит, нельзя вниз спускаться все-таки. То место чисто для красоты. Потерял ключи. Ну, у него под ногами нигде нет. Они настолько тупорылые вроде. Ну, слушайте, я не знаю, где его ключи. Может быть, я сейчас как-то вниз спущусь, да, дальше. И потом могу сюда вернуться и выполнить это задание. Ну, давай попробуем, глянем, что из этого выйдет. А, ну тут я понял, что надо делать. Ага, хуяся. Вот это технологии, конечно. Не, выглядит так, как будто я не смогу уже помочь ему. Ну, блин. Я не знаю, я не смог там найти нигде никакие проходы и ничего что-то. Снимаю, что разработчики стали бы по этому поводу так париться, на самом деле, тоже. О, ключи рабочего. Нашел. Ну, вот видите. Все намного проще, чем казалось. Только вопрос, как мне вернуться обратно. Не, погоди, а правда. Чего, блядь? А как мне обратно-то вернуться? Когда сейв был последний? 5 минут назад. Да иди ты нахуй. Идем дальше. Здесь никак нельзя открыть шторку. Можно. Все, я сейчас, наверное, обратно смогу вернуться. Ну раз уж я так много времени на это дело затратил, то я надеюсь, что он мне даст хоть какую-то нормальную награду, да? Да иди уже. Не мозоль мне глаза. Так, хорошо. Ну смотри, я выполнил. По-любому что-то должен додать. На. Не может быть, ты их нашел. Огромное спасибо, я уже так долго торчу на работе. Иди сюда, у меня есть кое-что, что я могу дать тебе взамен. А, Нека. Мне дал значок просто, да? Плюс значок, еще нет. Не имею ничего против значков, на самом деле. Так что все зарвут. Тебе показалось? Тебе показалось? Тебе показалось? Тебе показалось? Все, бежим, 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 бежим. Не, быстро не получу. О! Херакс. Чипездикс. Так.
Заскамил мамонта, называется. Не смог. Не смог проскочить. Так, все, двигаемся дальше. Тихо. Иди нахуй, что ты там делаешь? Опять ищет меня. Черт. Галимый. Не подходи ко мне. Так, работяги. Тут у нас что-то... А, вот она ячейка, кстати-ка. Кстати-ка говоря, вот она ячейка, да? Ясно, ясно. Так, что мне сделать? Мне надо, наверное, как-то куда-то залезть. Что-то куда-то пролезть. Так, за это ухватиться не могу? Не могу. Но я же вижу здесь эту фигню. Ты же не хочешь, чтобы я как дебил последний шел и фидил? Уфига себе. А, это из трущоб. А, ну-ка, погоди. Так, куда я мог здесь залезть? Во, я, наверное, могу здесь на ящик прямо залететь. Да? Пизда. Блять, я его не видел. Я в глаза долблюсь сам. А во. Все, я в коробочке. Я в домике, иди нахуй. Ничего необычного. Да, вот, тут все намного проще оказалось. Лазер ведь справа долбит, надеюсь. Да. Да я прямо таки, блин, какой-то суперагент. Угу. Так, тут надо нажимать на плитки. Не все так просто в этой жизни, как хотелось бы. Ну, все как обычно, в общем. Можно включить хотя бы эту фигню, чтобы мне не скучно было. Ладно. Ага, я могу коробку, да, переключать? Да, я могу что-то включить-выключать. Ага, эта штука все что делала? Ага, и что она дает? Это управление, да? Панель управления у нас. Так, а я, наверное, знаю, что мне надо. Мне, скорее всего, для жизни это нужно меньше, а самое... Так, теперь надо бочку подкатить. И забраться, и как-то забрать лапами. Попытаться, я не знаю. Как вариант. Кстати, могу на эту запрыгнуть, а потом, наверное, да, еще сюда на кучу. А, во, как раз две штуки. Все, я понял. Сейчас все мы с вами сделаем. Все намного проще, чем я думал. Погнали. Иди за мной, мой друг. Мой новый друг. Да. Все, а мы сейчас с помощью бочки туда просто залезем. Ну, даже можно, наверное, не с помощью бочки. Ну, короче, сейчас мы... Блять, не залезем, нахуй. Как туда залезть? Залезть как? Чё за скам? Сука. Так, давай поближе бочку подкатим. Мне чё, мне ничего не мешает это сделать. Ну не, я думал, смогу как-то туда запрыгнуть. Теперь мне говорят, чтобы я пошел куда-нибудь отсюда. Что же мне такое сделать, да? Что же мне такое сделать? Как вариант, надо как-то бочку туда перекатить просто, да? Вот отсюда сюда. Но это невозможно. Никак. Вообще, в принципе. Ага, я могу наебать систему, погоди. Ты меня, сука, недооцениваешь. Видели, я там мог это сделать, сейчас все будет. Лишь бы игру не забагать, это плохо может кончиться на самом деле. Блин, а как там было? Вы видели, там же была это, я на секунду увидел кнопочку. Эх ты, скам-машина. Так, и что ты мне предлагаешь тогда? По этому всему поводу. Не до конца понятно. Что он от меня еще хочет в этой жизни. Сюда я перелезть, ну типа, ну не смогу. Будем честны, да. Не смогу. Как вариант, знаете, что я еще могу сделать? Я могу для начала, да. Не, погоди. Я могу их как-то просто поменять местами, и все. Чтобы, может, как-то по-другому также успеть схватить. И все.
Ёперный. Я бы не додумался, честно. Если бы я сейчас вот это не увидел, я бы не додумался. Я слишком умный. Слишком умный для всех этих действий. Ой, аж злорадно. Все, забираем и... Бах. Да, я так и думал. Все, производство встало. Мы в говне. Получилось. Быстрее уходим отсюда, пока не появились стражи. Клементина, мы должны отнести ей батарею. Тыкаем. Тыкаем, Ярик. Ярик, тыкаем. А, это то самое место, кстати, смотри-ка. Офигеть. Сейчас я, так полагаю, в городе шумиха будет. Мне надо будет прятаться. И вообще жопа жопная. А давайте, знаете, что сделаем? Пойдем и сами вставим батарею. Что нам по этому поводу скажут, если я это сделаю? Мне вот просто правда интересно. Я же знаю, куда батарею вставлять, типа. Вообще без проблем. Я сейчас пойду сам это сделаю. И мне интересно, что из этого всего выйдет по итогу. Я же прекрасно помню, куда мне нужно эту батарею вставлять. Мы как только здесь появились, я сразу заприметил то местечко. Вот оно. Да, это оно. И чё? Neko Corporation. Окей. Ага. Ага. Блин, я лишь бы кусок сюжета не пропустил. Ну, то есть все. Все заработало. Все пашет. Да? Вроде да. Так. Еще дальше. Я типа могу поехать. Поехали. Да, я могу поехать. Не, ну ладно, погнали, так и быть. Пройдемся еще до Клементины. Мне просто, правда, интересно. Ой, нет, давайте-ка на этом тогда серию лучше закончим. А то она идет. Я забыл, что я еще случайно останавливал запись. Так что да, друзья, на этом я заканчиваю серию. В следующей серии, возможно, уже будет финал и концовка игры. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропустить, собственно говоря, ту самую финальную серию. И мы увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.